посмотрю. Никакой технарь не спасает ситуацию. Желательно один последний. Катай, катай, покой, катай. Стас. Ну это кинь ворота, это их мяч. Запасной? Да, ну как запасной. Просто мяч. Двигай, двигай. Центр, помоги. Стой, стой. Саша, выгоняй! Ты мне не соперник. Нормально. Чуть-чуть не точно. Чтоб сразу за двумя сходил, да. И тот взял. Да-да. Главное, что не потеряли. Да. Торпеда. Давай, 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 давай,
Паша, погоняй, быстрее! Паша, уже на центре должны быть! Стоп мешает, но, в принципе, Ваня все ворота не забьет. Главное же не смотрите. Выше! Выше! Выше все! Бах, Паша, блядь, ты не хочешь! Это офсайд. Это отсюда видно. Разминулся сначала. Ну да, так не присядешь. Хорошо,
так сейчас кататься прикольно. Катился уверенно, да. Двигай!
Что так стоп? Вообще нет. Если доктора нет. Еще долги!
есть! Еще есть! Жи, Марк! Жи! Право, право! Давай! Вот, вот он, мой! Хорош! Хорош! Игра такая максимально без моментов вообще. Странно, что масштаб на самом деле. Ну, как-то. Поживее быть. Раньше посильнее чуть в атаке играл. Сейчас да, тоже ничего не показывает. Они должны, конечно, легко разбираться. Вот, блядь, моя! Вот!
не то, что она без моментов, а то, что она очень большое количество брака. Ну да. Вот это вот, типа, вот таких вот. Давай, давай, давай! Ничего себе. Ну вот это первый момент, который как бы был без брака и был, в принципе, прикольный. Ну да. Кстати, Ваня любую брал. Да. Наверное, расстроился. А, не, не он бы отдал, по-моему. Потому что там он отдал середину, а там. Да, пятки. Там еще отдавали. Еще пятку отдал. Тогда вообще пришла. Ваня чуть не забил. Ты все пропустил. Все, хорош, Вань, забить только надо. По футболу. Ну, а он не попал в ворота? Ага. А на это я уже видел. Так уже было? Да ничего нового. Понял. Не, из-за штрафной. Но по пустым. Играли уже первый тайм на минуту. Один тайм сыграет в 80 минут. Как мы это товарку играли с торпедо. Как раз один тайм прошел. Нормально. Да, ну там теперь серебряный плей-офф пошел. Сегодня выиграли 7-3. Ну там, я думаю, мы всех обыграем. Скорее всего. Рахман, думаешь, 2 по 45? Раздумывает, наверное, что 2 по 45. Уже 43 уже все равно. Ну, часы не смотрят. Еще говорит, сколько-то осталось. 5 минут, сказал, осталось. Серьезно? Да. Точно сегодня на 40 минут позже опять уедем. Ну, реально, 43 уже сыграло. Thank you.
собираете, что вы там за ним. Выше! Чуть выше! А, нет, это я не прав. Я неправильно смотрю время. Хорош, хорош. Все правильно, еще 5 осталось, да. Выше! Чуть выше! Отцепь! Ничего, па! Четырех надо. Что скажет Вар? Вару похуй. Сомневался, блядь. Да не-не, тут не посмотреть Вар-то. Да потом только на через два, через три дня. Вар задерживается, да. В четверг с повтором. Может быть даже крупно, если будет настроение. Бьете в правильном направлении, нормально. Не надо в чистом стиле, вперед уходи. Бьете в правильном направлении, все правильно. Я не, ну у нас приходят люди по своим бьют. Ты видел, Марка низу ударил, а не вверху? Нет, я пропустил. Мне сказали, что он не забил и... Ну хоть низу, а лучше вверху фигарит. Ну-ка! Лицо в плечо! Главное, чтобы во втором тайме направление сменили. Не, у нас люди в команде бьют по своим, причем когда никто им не мешает, нет соперников, и одели по своим ударили. Середина есть. Просто президент штаб намного техничнее. Мучаются. Все страдают. Давай, тут ближе.
Давай, давай,
Все, брали, молодцы.
забыли, на место уже играть! Да, Игорь!
сыну лет? Сколько сыну лет? А? Приход. Садись!
Ребят!
Уходи! Вон Паша. Хорошо! Поджарь!
Подожди, подожди, подожди,
Так, тащи.